Всем привет, Озна связи, Королевство 1391, и я уверен, что вы соскучились по видео с военными действиями. Ну что ж, сейчас я вас порадую, и в этом видео меня ударят суперсбором. Бить будет швед, кто следит за моим каналом, знает этого игрока. Если вы не знаете шведа, переходите по ссылке в правом верхнем углу. Итак, это будет дружеский сбор. Чтобы избежать больших потерь и заработать очки на фазу убийства, мы решили сделать это на море. А также договорились, что у меня будет полный отряд подкреплений. Итак, ребята из нашего альянса уже подкрепили меня. На ваших экранах отряды подкрепления. А я начинаю переключаться на оборону. Для начала активируем навыки героев. У меня они сохранены вот здесь, во вкладке «Сохранить». Нажимаем «Активировать» за один клик, и основная часть навыков активируется. Которые не включились, мы активируем вручную. Потом переходим в раздел «Битва» во вкладке «Героя» и активируем еще навыки. Включаем вторую звезду священника и увеличиваем вместимость медпалаток. Далее включаем бафы на атаку, защиту и здоровье. Атаку я беру плюс 70, швед обещал быть на стероидах, я тоже решил попытаться выжать максимум своего замка. Возьмем вот эту защиту плюс 60, и вот здесь есть навык здоровья плюс 7. Обязательно добавляем навыки урона при обороне и урона при обороне снижения. У меня есть по 4%. Для обороны я буду использовать героиню Шельму. Сельму. Она у меня универсальная, ходит и в атаку, и обороняет замок. У меня есть хороший драгоценный камень, и я иду в снаряжение, чтобы одеть его на сапоги. Сейчас здесь стоит всеобщее здоровье 1,8%. Я меняю его на урон при обороне 4,69%. Драконе слово «Кара» – отличное решение для обороны. Об этом я рассказывал в своем видео про урон при обороне. Ссылка сейчас в правом верхнем углу. После драконьего слова я включаю драконье стекло 39 уровня. Именно это стекло я сейчас использую в обороне. Очень хорошая прибавка оборонительному урону. Проверяю дракона. Буду пробовать обороняться на огненном орле. Обязательно включаю навык орла, который моментально лечит 1 миллион солдат. На всякий случай проверим ветку навыков лорда. Так, здесь все в порядке. Ну и в самом начале я включил облик избушки, который добавляет бонусы к обороне. Он у меня 31 уровня. Итак, я готов, швед и компания тоже. Я снимаю щит, и швед открывает сбор. Народ потихоньку подтягивается. Итак, ребята собрали 3 миллиона солдат, и вот заходит сбор. Защита удалась, но они убрали мне больше 30 миллионов силы. Итак, давайте посмотрим отчет. Разница в статистике заметна сразу. Швед один из самых сильных игроков в нашем королевстве. Здоровье коней и пехоты скоро будет по 700. Отчет будет прикреплен в комментариях, там же вы сможете его обсудить. Думаю, здесь комментарии излишни. И только сейчас я заметил, что забыл поставить на защиту строй войск. Если бы не забыл, то здоровье войск было бы больше 500. Вот нам пришло письмо о том, что сработал навык огненного орла, и миллион солдат были немедленно спасены. Какие солдаты были спасены, мы сейчас посмотрим в подробном отчете. И еще одно письмо о том, что в палатке не поместилось 1,5 миллиона солдат, и они погибнут. Здесь видно, что лимит моих палаток 3,2 миллиона. Без дополнительных бафов мои палатки 2 миллиона 100.
И это с оранжевым сетом возрождения. Жду не дождусь, когда сделаю золотой. Но вернемся к нашим баранам. Раз дело происходит на море, то эти 1,5 миллиона не умрут, а попадут в морской колодец, вместимость которого у меня 2 650 000. Давайте посмотрим подробный отчет, какие войска сколько убили и кого же все-таки вылечил огненный орел. Итак, начнем с нападения. У шведа грифоны отлично сработали, убили 1 200 000. Также неплохо работают 11-й кони. А вот у следующего игрока уже 11-я пехота неплохо отрабатывает, а также грифон и 12-й пегас. Далее Милферо, здесь тоже вульжманы и грифоны. Далее Джоник, здесь только 3 вида войск, грифоны забирают 500 000. И у последнего игрока убийства распределяются более или менее равномерно. Теперь я и мои подкрепления. 7-я пехота берет на себя хороший урон. И вот мы видим Т-12, 1153 солдата были спасены. Колесницы у меня не прокачаны, не обращаем на них внимания. Но 27 тысяч Т-12 также были спасены драконом. Мои вульжманы неплохо отработали. Далее видим, что также 27 тысяч слонов были спасены. Далее кавалерия. 8-й кони убили немного, считаю это неплохим результатом. Грифоны маловато забрали, и 37 тысяч были спасены драконом. 11-й кони убили чуть меньше, чем 13-й, хотя молитвы у них поменьше. 12-й пегасы отработали неплохо, но слишком много ушло в потери. 440 тысяч упали в палатки, и 542 тысячи спас дракон. То есть в общем около 1 000 000 убитых Т-12 коней. Делайте выводы, ребята. Далее идут лучники, которые почти никого не убили и забили медпалатки. Думаю, стоит обратить внимание на 13-х огнеметателей, они неплохо отрабатывают, учитывая их маленькое количество. Практически один к одному. И те самые 11-е луки, которых все хвалят в обороне. В принципе, их результатом я доволен, но нужно улучшить молитвы и здоровье, потому что 1 миллион забили в палатке. Ну и здесь стоит обратить внимание на 11-е пушки, здесь то же самое, что и с луками. Нужно работать над здоровьем и молитвами. Ловушки тоже немного помогли, без потерь. Далее подкрепление. У Локи отлично играют вульжманы, 11-й конь и 11-й луки. Далее мистер Хайзенберг, и здесь тоже вульжманы и 11-й кони. У него на конях все молитвы по 50. И Пандора, к сожалению, не поместилась полным походом, но это не помешало ее грифонам убить больше всех в подкреплении. Ну что ж, а на этом пришла пора прощаться. Все свои мнения по поводу этой битвы обязательно пишите в комментариях, там же будет ссылка на отчет. Ставьте лайк, если видео было полезным, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на канал. Оз был на связи, всем пока!